Так, 28 июля, вся Гроза опять обходит стороной, как всегда. Вот только что был небольшой ударчик. Вот, вся Гроза как-то идут восточнее. Вот, сейчас вот услышал, и на радаре есть такая тучка. Может быть, даже сверху поснимаю. Посмотрим, удастся сегодня что-нибудь заснять, не удастся. На улице жара страшная стоит. Вот такие вот тучки у нас, вон они там погромыхивают. Такие вот красивые облака. Гром пока тихий. Не знаю, дойдет оно сюда, не дойдет. Оно как-то боком вот так вот идет. Там вот тоже и грозовые тучи. Вон за деревьями не видно. Там вот тоже фронт такой. В Москве сегодня поливает. С той стороны, с южной получается, облака. По-моему, вон та туча гремит. Гремит тихо-тихо, едва заметно, даже не уверен, записался ли это в микрофон камеры. Сам-то еле услышал. Да, гремит вон та туча. Те облака слишком далеко, там Сергиев Посад, с той стороны гроза. А у нас светит солнце и жара. Тоже, конечно, неплохо. Но дождь бы тоже не помешал землю смочить чуть-чуть. Тучка-то сюда идет, потихоньку ползет. Видно. Может быть, и зацепит. А краешком может и зацепить. Может, какие-нибудь молнии будут видны. Да, эти облака тоже приблизились уже так заметно. Вон какая красота. Лето, уже конец июля, такие вот у нас облака. Если сегодня полноценной грозы не получится, просто будет такое вот красивое летнее небо. Вон там тоже красота такая вот приближается сюда. Такое вот двойное облако, одно такое черное, синее, а вон какое, а сверху белое, как снег. Чем-то сахарную вату напоминает. Вот если был бы закат еще, был бы такой розоватый оттенок. Тут вон такая синяя туча, как не пойми что, как кракозябра какая-то. Вон она. Громы как-то стихли. Да нет, что-то там гремит, но вообще незаметно. Еле-еле. Сейчас открыл радар, посмотрел, и все грозы как-то уходят на восток. Жалко, блин, хотя вот тучи движутся сюда, вот видно, что вот это вот облако уже стало больше, сюда приближается. Вот это огромное. А вот эта туча тоже как-то сначала сюда шла, а потом вот куда-то удаляется. К сожалению, ничего не происходит, просто вот такое вот небо, гром стих, вот эта туча сюда приближается, разрастается. Вон там за домом тоже такой грозовой фронт. Вот так вот для заставочки снимаю. Такое сегодня будет видео, наверное. Может быть, в будущем чуть попозже что-нибудь и дойдет. Пока ничего нету. Ветер поднялся. Надо подождать, потому что так холостую снимать толку никакого. Пока вот просто такой красивый вид. Вот приехали в лес сейчас за грибами, и вот такая гроза надвигается, успеем, наверное, пособирать. Придется снимать одновременно и лес, и грозу, два в одном, короче. Вот она, туча, такой просвет, только что был такой ударчик хороший над нами, дождя пока нету. Грохочет знатно. Вот так вот, гроза в лесу. Молнии отсюда, конечно же, не видно. Гром зато слышен. Гром грохочет.
Гроза в лесу застала. Это ж надо такому произойти, а? Что снимать? Ух ты! Вот это гром! Да, гроза близко. Блин, в лесу тут не видно. Грозу хочется снимать. Грибы искать одновременно. Одновременно собирать грибы. Снимать грозу. Два в одно сегодня. Тучка уже здесь. Вот она, эта туча. Блин, дорога рядом. Даже удивительно. Облако над нами висит, дождя нету. Гром. Гром где-то далеко. Так, вот начал снимать. Все стихло. Да, такой выпуск впервые. Гроза в лесу застала врасплох. Ну вот, пошел дождь. Небольшой. Что-то там погромыхивает. Тучка небольшая. Так вот, гроза началась, все, дождь пошел. Пора прятаться. Так, ну вот мы приехали из леса, гром гремит. Вот этот фронт немножко нас подмочил в лесу. Вот он, главный помощник. Да, чего мил. Вот он, этот фронт. Может быть, сегодня удастся поснимать хорошо. Там чистое небо. Так, выехали из леса и в солнце. А в лесу пошел дождь. Намочило так порядочно. Так, фронт потихонечку приближается. Вот он, движется сюда. Но гроза там какая-то по радару слабая. Что-то там погромыхивает, конечно. Пока не видно ни молний. Гром тоже такой гулкий. Фронт образовался за это время знатный, конечно же. В лесу он нас подмочил немного. Тогда еще тучка была небольшая. Сейчас вот такой фронтище. Посмотрим, может, что-нибудь удастся там какую-нибудь молнию поймать. Пока он сюда идет. Дождь сегодня 100% будет. Сегодня какая-то странная гроза. Вон там вот идет дождь. Это обещали ливень, теперь уже так зацепит краешком. Вон на эту тучу, там вот вообще жесть. Гром едва слышен. Молнии нету, сегодня какой-то прям грозовое кидалово. Все грозы опять стороной идут. Так, о, была молния вон там только что. Блин, через стекло, наверное, плохо видно. Надо будет сейчас здесь окно открыть. Поснимать с этой стороны. Так, раз такое дело пошло, тогда здесь поснимаем. Тут и вид получше. Вон там была молния, там вот ливень такой. Ветер, правда, задувает. Гром сюда тоже не долетает. Ну что, туча от нас ушла, все, никакой грозы не было, и дождя толком не было, так, чуть покапало. Такая вот гроза сегодня, не до гроза, какой-то грозовое кидалово, грозовой развод. Вон там какие облака, зато красивые. Сегодня такой будет выпуск, больше про летнее небо. Все, конечно, погрохотало, ни одной молнии толком не было. Такие вот сегодня грозы стороной обходят, может быть... Вечером, конечно, что-нибудь будет, но это уже, скорее всего, отдельный выпуск. Вот это пока что вот так вот будет вот такой. Но в любом случае, лайк, подписка, комментарий приветствуются. И до следующего видео.